Это не моя оценка, это цитата. И когда вы сказали, почему вы не пишете о дезорганизации, я вас схватил за руку как дешевку, и я вам доказал, вот вы можете снять эту страницу крупным планом, вот Бертезен, вот здесь вот это снять. Хорошо, но вы про мародерство. Сейчас у нас разговор совершенно... Хорошо, могу с цитатой из источника? Кухонный. Я как женщина буду говорить про чувства с мужчиной. Ну какая вы женщина, я вас умоляю. Смотрите, значит, я читаю и соглашаюсь, и прям думаю, круто пишет, правильно, про Ленина, Ленин чудовище.